Ребят, всем доброго времени суток. В этом ролике я расскажу, как участвовать в предстоящих IDO на площадке misosushi.com. Это лаунчпад-площадка, на которой также проходят IDO, как и на всех других лаунчпад-площадках. А здесь мы будем участвовать на сети эфир. И как поучаствовать, если вы попали в whitelist, что нужно делать? Дальше в видео смотрите. Для того, чтобы поучаствовать, сперва нам нужно, как и везде, в принципе, подключить свой кошелек. В моем случае это MetaMask, я его уже подключила. Слева от кошелька вы можете найти такую вкладку, где вы можете переключить сеть на сеть эфира, поскольку все другие сети только тестнете, вот тестируют Matic, работают на тестнете Binance, но в дальнейшем Miso Sushi планирует перейти также на такие сети, то есть у вас будет возможность участвовать в токен сейле на сети, к примеру, Phantom, либо же Matic, либо же Binance Smart Chain, HecaChain, Avalanche и OKEX. Давайте же перейдем непосредственно к этому токен-сейлу. Я поучаствовала в токен-сейле проекта, который называется iTrust Governance Token. Слева у вас есть вся информация об этом проекте, контракт, куда вы отсылаете деньги, контракт непосредственно токена, веб-сайт, более подробная информация типа white paper социальных сетей, Telegram, Twitter, ну и маленькое описание, что это вообще такое. А выше можно увидеть оранжевую вкладку, что до конца этого сейла остался один день 56 минут. То есть суть в том, что им за один день необходимо собрать нужную сумму. Спустя 4 минуты свои деньги закинули 29 участников, и сумма эта составляет 12 900 USDC. Максимально сколько может закинуть денег именно в этом токен сейле каждый участник, это 450 USDC. Все условия, в каком именно стейблкоине нужно отправлять вашу локацию, прописаны непосредственно в телеграм-канале анонсов. Если вы планируете участвовать в любой IDO-шке, то вам нужно обязательно мониторить анонс телеграм-канала этого проекта. Давайте перейдем на номер контракта, на который отправляют деньги, посмотрим, совпадает ли сумма с той, что указано на сайте. И выше можем увидеть, что действительно собрано 12 тысяч USDC. И также можем зайти на любую из транзакций и посмотреть, сколько люди ставили газа. То есть, соответственно, сколько у них списалось в долларах комиссия. Это нужно для того, чтобы понимать, спешит ли вам отправлять свою транзакцию. То есть, добавлять ли газ, либо же не нужно это делать, чтобы меньше списалось долларов, соответственно. Потому что этот сейл не так быстро раскупают, поэтому некуда торопиться и, например, сжигать свой газ попросту. Очень полезный момент, о котором сейчас, кстати, расскажу, потому что в этом проекте у меня случилось так же, как и часто бывает в других проектах, но люди об этом не знают и могут не выкупить свою локацию, если сейл проходит достаточно быстро. Бывает, нужно обновить страницу для того, чтобы сначала отправить approve транзакцию, после чего отправить уже непосредственно свои средства. Либо же просто площадка может заглючить, и как в моем случае, я два раза отправила транзакцию на approve. Для того, чтобы понять, произошло ли так у вас или нет, вы просто заходите в свой MetaMask, нажимаете на вкладку «Активность». Если два раза у вас стоит транзакция «Утвердить предел расходов», то это, соответственно, вы два раза сделали approve, а деньги вы свои так и не отправили. Соответственно, мне теперь нужно внести свою локацию, свои средства в стейблкоинах USDC на эту площадку. Я ввожу 450 и нажимаю кнопочку Commit. После чего у меня открывается окно в MetaMask. Здесь я могу немножко увеличить Gwei, чтобы быстрее прошла транзакция. Ставлю 60, нажимаю кнопочку Подтвердить. И все написано, ваша транзакция была отправлена. Перехожу в MetaMask, вкладку Активность. Сейчас она находится в ожидании, то есть значит Pending. Через пару минут транзакция должна пройти. И соответственно я поучаствую в этом проекте. Обновила страницу, проекту осталось собрать уже 78%, участников 73%. Смотрю, списались ли мои USDC. Да, они списались с кошелька, поэтому моя транзакция отправилась. Все, это был гайд, как участвовать на площадке Miso Sushi. По сути, ничего сложного нету, только обращайте внимание, чтобы вы отправили свои средства, чтобы они, во-первых, списались, и, во-вторых, у вас не было два опрува, как это было у меня. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Стараюсь каждый день публиковать новые интересные ролики. Пока-пока!